Миха! То есть, чем больше вы... Уголовное прошлое этого человека не забывает. Его разыскивает милиция. Все выучено. В штазе. Именно пионеры, которые находятся сейчас здесь, они знают, что пришли ветераны. Всегда можем найти ветераны партии. Именно так. Валентин Иванович, расскажите, пожалуйста, о своей молодости. Расскажите о ваших дерзаниях. Расскажите о том, как вы творили нашу историю. Наконец-то пришел человек, который именно пафосом, своим трудом и своей замечательной головой, необыкновенной головой, сумел реализовать многие позиции нашей советской истории. Расскажите, пожалуйста. Это уникальное событие. Дети, никогда больше такой ситуации не возникнет. И чтобы пришел сюда настоящий партиец, человек, который от истории, действительно, от истории не ушел, а напротив нее вошел и многократно, и до сих пор находится именно этот человек перед вами. Я счастлив. Валентин Иванович, как мне назвать вот этот приход? Как мне вообще отпраздновать это событие? Каким образом запечатлеть его? Я вас уверяю, как, пожалуйста, расскажите, откройте это все, поведайте детям, которые сейчас перед вами, что же все-таки происходило, как вы сюда пришли, что вас сюда подвело, зачем вы сюда пришли, покажите все, я вас умоляю, Валентин Иванович, сделайте это все, распахните свою душу, по-настоящему, нет, не надо борьбы, расскажите, как вы всегда пришли, пожалуйста, я вас очень умоляю. Смотрите, форма у него очень интересная. Как вы мне создать рекламу и не дав открыть рот? Али, скажи, сейчас будут ученики, у него там будут, давай, сейчас. А рекламу он мне хорошую сделал, за что я ему очень признателен. Да, Валентин Иванович. А вообще, да. в принципе, да. Там может там все что угодно говорить, это, разумеется, и думать, менять свои поэты, это ваше, безусловно, дело. Я лично сторонник самому себе не изменять. Я лично сторонник. Своим убеждением не изменять. Хамелеоном не быть. Вот я лично. И в работе, и с вами, когда говорю, свои позиции я не меняю. Вы заметили, вчера я даже задавал вопрос. Вы были вчера, да? Я тоже, я хитрый человек, задавал, не случайно, вот когда стучишки сядут, если заслуг. Никуда не денешься. Он четко все правильно рассказал. Правда, он не все сказал. Я ему сказал, а как вы белый снег попишете в серый день и при солнышке? А так говорит, да? Когда блики пойдут? Он не ответил. Не ответил. Ну, видно, тут в суете во всем. И не ответил на вопрос, а как писать зелень? Лучше на какие там? Но он сказал, что изумрудка надо тоже осторожно использовать, все такое. То есть тут уже ведут свои хитрованки, мастерство художника. Уже 8-й десяток лет, 8-й район, уже, так сказать, с вами очень... искренне делился то, что своих убеждений не меняет. Я сколько раз увидел прекрасный художник, напишешь прекрасный диплом, а потом смотришь, не понимаешь, что он пишет. Или, извините меня, чердак поехал, грубо говоря, я никого не называю. Или же человек-хамелеон, лукавый, пошел, так сказать, в рынок и так далее, и так далее. Но еще даже рынка не было, уже лукавство это появилось. Поэтому мое вам пожелание, не менять своих убеждений и своих позиций, уметь их отставить, но и уметь даже и свои ошибки замечать. А то нередко бывает, что у себя бревно не замечает, а у других соринку замечает. Я правильно говорю, да? Вот, будьте дружнее, вы коллеги-товарищи. Я имею в виду не по партии, а по искусству. Это более важно. И нередко друг друга они художники поддерживают и выживают. А одиночки иногда остаются наедине с самим собой и сами себя порой едят. То есть вы будете, кто близок вам по духу, из своих же товарищей, пройдет много времени, 10-15, вы народными, заслуженными будете. Может быть, и диалог наш с Георгием Ростиславовичем вспомните. Я надеюсь, что добро вспомнит.
добром. И нас с вами пригласят на свои персональные выставки. Народный художник такая-то, заслуженный такой-то, вот, или академик такой-то. Может быть, они вспомнят преподавателей некоторых наших. Я правильно так сказать сказал? Да. Валентин Иванович, вы здесь оказались, конечно, не случайно. И магнитофона у меня нет. Нет, я не сомневаюсь. Я не сомневаюсь. Но все, что я сегодня утром, чувствовал некое вот это движение ваше, это было действительно так. Но я первый пришел навстречу сюда. Да. Ну, с под предлогом каким-то там. Да. Допустим, к Воробьеву хотел. Да. Вот. Но на самом видите, деле, как все было очень эффектно и как бы разыграно. Педагогически целомудренно. Деликатный, очень такой деликатный, можно сказать, проникновенный штук. И очень такое взволнованное лицо Валентина Ивановича. Воробьева, пожалуйста. Я думаю, что такое. Зайдите, пожалуйста, ко мне. Я с удовольствием, я заменю. Могу и того, и мне, и другого. Я за всех сразу буду отвечать. И потом вдруг выяснилось, что пришел человек сказать самые главные слова. Кстати, вам очень повезло, между прочим. Вам очень повезло. Как чё? Мне главное, интересно, назвали меня преподавателем? Ну, у меня зубы так немножечко. У меня снова уже зубов тоже нет. Я где-то могу... Я их иногда слышу преподавателем воды. Нет, но у меня самого от волнения зубы так стучат, что я тут преподаватель выслушать, что это будет... Нет, случай не стучит, не надо. Спасибо большое. То есть можно просто позвонить, да, например, если куда нужно, да? Ну, а то не из дома, а то сразу секунду. А, спасибо большое, спасибо. Телефоны будут. И еще, Валентин Иванович, скажите что-нибудь нашим драгоценным взлетающим. Скажите что-то по жизни. Не только о том, как мы придем старичками на победе коммунистического труда. Но понятно, что победа коммунистического труда придем, безусловно. Вообще призрак по Европе бродит. Бродит, во всю бродит, да. Если, Валентин Иванович, вот как раз вот именно таким я вас представлял, который ходит по Европе. В отдалении, да. Валентин Иванович, скажите все-таки что-то такое, может быть, очень нежное, сокровенное, как не просто как соратникам по партии, по искусству и по призраку. А вот еще скажите что-то по жизни, как людям, которые будут любить, которые будут терзаться, которые будут в хорошем смысле страдать, и которые действительно должны быть очарованы этой жизнью. Скажите что-то очень важное. Правильно ли я ваш вопрос задал? Да, правильно. Да, я и отвечу. Да, пожалуйста. Ответь, я вас умоляю. Смотрите, как ждут. Что хочу сказать. При всей принципиальности, которой мы иногда хотим быть, все-таки будьте и уступчивы. Как хотите, мои слова понимаете, но будьте и уступчивы, взаимовежливы. Вот. Не всегда категоричность, ведь вы учтите, что и другой человек имеет право на свое мнение, противный человек. И мнение не менее, может быть, с его точки зрения объективно, чем ваше. Вы понимаете меня? Противный человек также имеет. Не важно кто, муж ли, жена ли, товарищи по искусству, соседи по коммуналке, там, ну, неважно, или попутчик соседей. Я в принципе говорю, в более широком смысле этого слова. Будьте более терпимы и в этом каком-то отношении даже более устойчивы, оставляя правые мнения и за другие. Вот и такое пожелание. Но вместе с тем свои позиции умейте и отстаивать. Под чужое мнение не подделывайтесь, в чужой рот не смотрите. Какой бы голова ни была чужого рта умная, но если вы с его точки зрения не согласны и внутри убеждены, что здесь что-то не то, не поддакивайте, не надо. Имейте свое сугубо личное мнение. Вот. А опытные педагоги, такие как вот Георгий Александрович, в лице вот, преподавателя истории, он вам всегда подскажет на путь истины, наставит. Я вспоминаю фильм «Урок истории». И я помню, Георгий Ростиславович, тогда по партийной линии подтвердить вам, нас коммунистов заставляли посещать уроки истории. Вот мы на литературе. Я пришел к Георгию Ростиславовичу на уроки истории. Это было уже старое школа. Я был в восторге от его урока. Я сидел, открыв рот и глаза, все, что можно, я все его услышал. Мне было очень-очень интересно.
Он собрал такой богатый современный материал, там, ну, в смысле, урок истории был такой, путь нашего общества, его развитие, тем ли или не тем ли путем мы пошли. И был диалог соответствующий одного известного человека, я примерно так говорю, да, вот, современного человека, я не буду говорить кто, что, чего. Я этого человека не очень уважаю, но я опубликованный, я имею в виду. Свое дело этот человек, безусловно, сделал и, соответственно, ну, с моей точки зрения. Но, тем не менее, было очень интересно слушать этот диалог, было очень интересно. Я думаю, что ученики многие моменты посекли. Иногда и на ошибках тоже надо учиться. Но желательно учиться, конечно, не на своих ошибках, а на ошибках других. Верно? Я правильно говорю, да? Вот. Так что это все было очень интересно и для учеников, и для меня. И главное, это соответствовало теме, программе того урока, который был в этот изменение. Или что-то я, может быть, не что-то не допустил. Но это был очень интересный урок. Надо отдать должное. Георгий Ростиславович, по натуре-то, он вообще-то не как теперешний демократ, он на самом деле по натуре демократ. Доброжелательный очень человек, умный. С ним всегда можно интересно поговорить. Мне кажется, даже врага он сделает своим союзником. Это прекрасные качества. И вы это качество цените, Георгий Ростиславович. Он с рекламы начал по отношению ко мне, и я, соответственно, рекламы. Я тронул. Я не ожидал уже. Я просто я сам хочу. Вот, как говорится, не родить, не придумать вообще. Вот так вот все. Я единственное, что я радуюсь тому, что Валентин Иванович внезапно, случайно оказался в нужную секунду и в нужном месте. Внезапно. А тема у нас вообще была просто такая. Хорошо ли жить на этом свете? И что нужно будет на экзамене? И вообще, как наши дети будут радоваться или терзаться на экзамене? И вдруг явился ты. А ведь они уже начали плакать. Я уже смотрел на них с грустью. Ведь некоторые уже просто не то, что там дрожали, но я смотрел в их глаза. Мне хотелось уже снять всю жилетку, утереть, пусть человек поплачется. Вдруг пришел, спасибо. Потому что речь шла о том, что уже кто-то готов на что-то серьезное. Это слезы человека, у которого радость впереди, но он ее еще боится. Но иногда надо. Да, он ее еще боится. Он хочет этой радости, но боится. Молодец.